Сколько слов в нашем языке? 1000? 3000? 10000? Вы не думали об этом? А посчитать не пробовали? Сегодня мы попробуем разобраться с этим вопросом и попытаемся рассказать вам о человеке, который сосчитал все слова, собрав их в толковый словарь живого великорусского языка. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 2021 год в республике годом Владимира Даля. Именно этому юбилейному событию посвящен наш лингвистический видеомарафон под названием «А Даль все так же нужен всем». Уже 220 лет назад Донбасс был неотъемлемой частью русского мира. И сегодня мы должны защитить, сохранить и передать молодому поколению знания и ценности наших предков, чтобы не позволить переписать историю и навязать чужую идеологию. Кем же был на самом деле этот удивительный человек, именем которого решением ЮНЕСКО был назван далекий 2001 год и уже состоявшийся 2021 год? Итак, отправляемся в путь по жизни. Страницам творчества Владимира Ивановича Даля. Владимир Иванович Даль – выдающийся исследователь, писатель, врач, лексикограф, создатель толкового словаря живого великорусского языка. С самого детства был очень привязан к родному краю, что позже взял себе псевдоним «Казак Луганский», что говорит о любви и привязанности к родному краю. Даль написал более 100 очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал и поэтому отлично знал весь русский быт. Владимир Иванович одним из первых стал писать рассказы языком, которым говорил народ. За всю свою довольно долгую и насыщенную жизнь Владимир Даль сменил немало занятий. Да разве можно собирать слова? Спросите вы, какой в этом толк? Слова не ягоды, не грибы. В лесу они не растут, в лукошко не сложишь. И правда, слова в лесу не растут, они живут в народе, они родятся и умирают, у них есть родители и дети. Жил на нашей земле человек, который всю свою жизнь посвятил словам. Он собирал их всю свою сознательную жизнь. Да, это Владимир Даль. Владимир Иванович был талантливым и трудолюбивым человеком. Он автор толкового словаря живого великорусского языка. Этот словарь – дело всей его жизни. Даль не был языковедом по образованию, он стал им по призванию, так как любил и понимал родной язык. Умел вслушиваться, вдумываться в живое народное слово. Полвека посвятил он собиранию слов. Где бы он ни был, в военном походе, в госпитале, в служебной поездке всюду записывал слова. Трудно поверить, что гигантскую работу по составлению словаря проделал один человек. Михаил Матусовский писал, выходит так, что у любого слова и запах, вкус и цвет, слова и фразы нежится, как звенья. И так растут слова, и можно различить сердцебиение живого языка. Сидят теперь 4 института над словарем одним, а Даль все так же нужен почему-то, а Даль не забыл. И мы с вами сундучок с ремешками и на них записанными словами. Открываем сундучок. В нем толковый словничок.
жить, существовать, быть живым. Человек живет телом на земле, а духом на небе. Род, поколение, из которых каждое заново рождается. Связь членов семьи от общего родоначальника, урожай достаток. Колыбель. Род, это место рождения человека, где он пролег в колыбель. За зиму первые морозы, первый снежок, до установления зимы первая санная дорога. Память хранилища была подречка в сердце, в душе, в памяти, он не забывал ее. Говоря о творчестве Владимира Ивановича Дали, я не могу не вспомнить о его сказках. Однажды он решил сочинять сказки. Страшно было отдать их на суд читателя, но все-таки он решил их напечатать. Его сказки высоко оценил великий Александр Сергеевич Пушкин, который в ответ подарил ему свою знаменитую сказку о рыбаке и рыбке с надписью «Сказочнику казаку Луганскому» от сказочника Александра Пушкина. Скажите, а какие вы сказки Владимира Даля знаете? Интересны ли они? Конечно же, я знаю очень много сказок Даля. Но мои самые любимые — это «Старик Годовик», «Девочка Снегурочка» и «Журавль Цапля». Его сказки очень просты для чтения, но при этом у них большая поучительная роль. Для сравнения прочту вам отрывок из сказки «Старик Годовик». Вышел старик Годовик, стал он махать рукавам и пускать птиц, каждая птица со своим особым именем. Махнул старик Годовик первый раз, и полетели три первые птицы. Поела, холодом, мороз. Махнул старик Годовик второй раз, и полетели вторая тройка. Снег стал таять, на полях показались цветы. Махнул старик Годовик третий раз, полетела третья тройка. Стало жарко, душно, гнойно. Мужики стали жать рожь. Махнул старик Годовик четвертый раз, и полетели еще раз три птицы. Подул холодный ветер, посыпался частый дождь, залегли туманы. А птицы были на просторе, у каждой птицы по четыре крыла, в каждом крыле по семь перьев, каждое перо также со своим именем. Одна половина перьев белая, другая черная. Махнет птица раз, станет светло-светло, махнет другой, станет темным-темно. Огромное творчество казака Луганского. И сегодня не могли бы не вспомнить замечательный цикл полезных советов. Очень уникальный. Послушайте некоторые из них. Не бойся врага умного, а бойся друга неразумного. Не ищи красоты, ищи доброты. Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Не показывай пальцем, сам будешь старцем. Владимир Иванович даже придумал советы для изучения. Послушайте некоторые из них. Хлеб с днем, сено косит, дважды 4-8. Или вот еще, без закваски хлеб не весит, дважды 5-10. Вот так. О Владимире Дале можно говорить очень долго. Как не вспомнить о большом количестве собранных им сказок, пословиц, поговорок, скороговорок, народных высказываний и стишков. Идут годы, десятилетия. Многое в жизни меняется. Одни слова из нашей речи исчезли, другие в ней появились. Но так же, как и раньше, мы открываем замечательную книгу, толковый словарь живого великорусского языка, и с благодарностью вспоминаем его автора, Владимира Ивановича Даля, человека, который всю свою сознательную жизнь с
собирал слова. Надеемся, ребята, что вы узнали много нового о творчестве казака Луганского, нашего замечательного земляка. И закончить наше мероприятие хочется стихотворением обычной школьницы, найденным на просторах интернета. Прошло уже немало лет, и много нами пережито. Однако помнит еще свет, что не может быть забыто. И много лет тому назад, холодным утром ноября, под желтый синий листопад рожден создатель словаря. Историк, врач, писатель, гений, своим талантом поразил. А сколько ярких впечатлений в русском мире подарил. Но не забыть ни дивных сказок, ни словаря его морали. И с благодарностью мы скажем, мы помним вас, Владимир Даль. До свидания, до новых встреч!